ребята, и замерзал, дыхание затаив. Настал момент вручения аттестатов. Приветствуем присутствующих гостей в зале. Слово предоставляется директору школы Табарковой Наталье Семеновне. Здравствуйте, уважаемые родители, уважаемые педагоги и наши дорогие виновники торжества, наши выпускники. Приветствую вас всех на нашем замечательном празднике, посвященном выпуску 2017 года. Я себя спросила, а чем особенный для меня этот будет выпуск? Ну, во-первых, вы у меня 13-е, а 13-е замечательное для меня число. Во-вторых, среди нас присутствуют ребята, которые получали в свое время и в этом году получили стипендию Харьковского городского головы. Это Терешонка Владик, это Климов Эльдар, это Желтова Алина. Среди нас есть дети, которые были участниками Олимпиады, победителями. Среди нас были дети, которых мы видели с вами постоянно на концертах. И вы знаете, учителя все со мной согласятся, с каким удовольствием мы смотрели выступления и 11 А, и 11 Б класса, конкурсы и украинской песни, и битва хоров, и незабываемая сказка «Морозко» в этом году. Для меня эти дети. Это те дети, которые являются детьми моих выпускников, потому что в этом зале уже есть те родители, которые в этом году выпускают своих деток. Кубарева Тая и Настя. Да? Чем еще знаменательный для меня этот выпуск? Да тем, что в этом классе учатся замечательные дети, светлые, добрые, хорошие. Я никогда не забуду концерт, вот недавно вспоминали с учителями. Почему-то у меня в памяти остался навсегда. Маленькая Виола Чайко танцует современную песенку «О веселой овце». Без зубов, такая веселая маленькая девочка. И сегодня я смотрю, в кого вы все превратились, красивых, взрослых, юношей и девушек. И это меня радует. И это говорит о том, что жизнь продолжается, и время не стоит на месте. Что мне хочется вам сегодня пожелать? Ну, во-первых, мне хочется пожелать вам здоровья, вам, вашим родителям, близким, чтобы вы всегда были здоровы, чтобы никогда не задумывались над этим вопросом. Мне бы всегда хотелось, чтобы исполнялись ваши мечты, все планы, которые вы себе поставили, обязательно осуществились. Мне хотелось бы, чтобы вы любили жизнь, и жизнь любила вас. Влюбляйтесь, путешествуйте, женитесь, замуж выходите, рожайте детей и всех к нам приводите. Будем их с нетерпением ждать обязательно. Вот такие пожелания. Такой у нас сегодня день, что какие-то философские размышления все-таки находят, какие-то мечтания, какие-то фантазии. Я уже говорила своим коллегам, в прошлом году я уже как-то мысленно проиграла сегодняшний наш праздник. И поверите, наверное, самой главной моей мечтой было, что в начале нашего праздника обязательно будет с нами светлый золотой мальчик, которого мы встречали каждый год на линейке, посвященной последнему звонку. И каждый год мы вручали этому мальчику светлому грамоту за отличные успехи в учебе. Я сегодня хочу обязательно сказать о Лене Плеснявском. Я мечтала, что Леня Плеснявский, а он шел к этому итогу, обязательно получит в 11 классе золотую медаль. Это была его победа, это была его заслуга.
Но, к сожалению, судьба, жизнь распоряжается совершенно по-другому. Но я считаю, и вы со мной, наверное, согласитесь, что будет справедливо, если мы сегодня этот праздник начнем с того, что я на сцену приглашу родителей Лёни Плесневского. Вот такую подяку Владлену Петровичу и Екатерине Николаевне. Ну, даже за то, что вы у нас есть. Хотя основными качествами мы отметили в подяке это ваше мужество и душевное тепло. Спасибо вам большое. Я думаю, все со мной согласятся. Физически Лёни с нами сегодня нет. Но я думаю, вы все отметили это состояние на последнем звонке. И я думаю, сегодня вы это состояние отмечаете. Я думаю, уже ни для кого не секрет, что все равно душа человека находится в том месте, где ее ждут, где ее уважают, где ее с нетерпением отмечают. Поэтому я думаю, что Лёня обязательно с нами. Мы не смогли вручить вам ленту выпускника на последнем звонке. Мы вручаем ее сегодня вам. Мы все с вами знаем, каких достижений достигал Лёня. И главное его достижение, и оно не без участия Романа Александровича было, он стал участником районной олимпиады по географии в 10 классе. И не просто стал участником, он занял первое место в районе. Мы хотим вручить вам похвальную грамоту за изучение предмета в школе. Мы вручаем вам его золотую медаль. Дорогие учителя, дорогие дети, примите мою искреннюю благодарность за ваш ежедневный, кропотливый, тяжелый труд. За добрые слова, за добрые дела, за поддержку нашей семьи. Я вам низко кланяюсь, весьма признательна. Хочется в этот прекрасный день вам всем пожелать успехов, новых достижений, новых идей. Ну а деткам добрый час, всего вам самого хорошего. Подарок школе, классному руководителю, чтобы она процветала на память. Спасибо. Ну и в заключение своей речи я хочу вам еще одно пожелание от себя дать. Любите, берегите и цените своих родителей. Роднее людей на белом свете у вас никогда не было и не будет. Я хочу выразить свою благодарность всем родителям 11-го и 11-го Б класса за ваше участие, за вашу помощь, за то, что вы помогли в организации такого великолепного праздника, как сегодняшний праздник. Ну и, конечно, мы, подводя итоги, некоторые благодарности мы сегодня тоже хотим вручить. Итак, подякую, нагороджуються Терешонкова Олександра Олексійовича і Світлана Васильівна. Мамедов Шахин, Мамедов Гли, Іпіріїва, Серінгюль, Гаджи, Кізи.
Игорь Викторович и Любовь Григорьевна. Климова Елена Владимировна и Сергей Алексеевич. Васильевна и Сергей Викторович. Фомкина Любовь Владимировна. Колотюк Елена Ивановна. Шершуковы Наталья Аркадьевна и Сергей Анатольевич. Образовании выпускникам 2016-2017 учебного года. Слово для зачтения приказа о выдаче аттестатов и грамот за особые достижения в изучении отдельных предметов выпускникам 2016-2017 учебного года предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе Горбанёва Валентине Николаевне. И директора школы Табаркову Наталью Семёновну. На сцену приглашаются для получения аттестатов выпускники 11 А класса.